Слава Иисусу Христу! Я хотел бы сегодня поговорить на такую тему, которая ключевой стих из Писания будет, первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие». Да? Первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, это здесь говорится так: «Говорит ли кто?». То есть очень важно нам определить для себя, кто говорит, выявить. Для того, чтобы... Вот мы же по-разному реагируем, когда люди говорят, да? Кто-то сказал какое-то слово, говорят: «А, это он говорил». Потому что о нем такая слава, да? А другой говорит, и мы рот открываем. Нам очень интересно послушать, да? Кто-то пообещал что-то, и мы всерьез не воспринимаем это, потому что мы знаем, что... За человеком, мы уже сталкивались с этим человеком, да? Поэтому очень важно нам понимать, когда мы говорим или мы слушаем, мы это должны учитывать, кто говорит. И вот если мы посмотрим, да, несколько историй я хотел бы так разобрать, на основе этих историй мы немножечко больше поймем, да? Авессалом, когда он... сидел у ворот города, и приходили люди, чтобы, ну, раньше приходили в город, там, к царю, чтобы он разбирал их какие-то житейские проблемы. Он их встречал, он им улыбался, он: «Дорогой, царю до тебя времени нету, вот я тебе помогу». И он его обнимал, и он проявлял к нему такую внимательность, такое радушие. Но на самом деле было ли это у него в сердце? Это было просто фейк, как мы говорим, да? Он делал такой вид, чтобы получить от человека определенное какое-то влияние, да, от человека. И он обратил сердце Израиля к себе, да? Потом мы знаем, что когда фарисей вставал на молитве и говорил: «Благодарю, Господи, что я не такой, как...» и перечислял, да? О нем была какая-то... Он имел представление о себе какое-то, что он вот такой. Но на самом деле он был совершенно другим человеком. И Иисус привел это в пример, и нам становится понятно, как Бог смотрит на человека. Написано, что Бог не смотрит на лицо. Он не определяет критерии успешности человека, насколько он там может быть богатый или благословенный, финансовый или еще что-то. Он смотрит по-другому на человека. И нам важно понимать, как Бог смотрит на нас и кем мы являемся. Ну, в данном случае мы говорим о, ну, о, скажем, проповедовании слова. Ну, другое местописание, я хотел бы его зачитать уже, Деяния апостолов, 19 глава. Здесь написано с 13 стишка. Здесь написано так: «Даже некоторые скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: „Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?“» То есть они использовали вроде правильные слова, но они не имели этого в себе. Они не имели доступа к Иисусу. Им так ясно и прямо он им сказал. И он поимел над ними так, что они ноги убежали оттуда. Да? Это не, они не были, эти слова не принадлежали им. Понимаете? Они просто пользовались, да? Потом мы часто бываем, ну, может быть, в последнее время это не так популярно, я не знаю, но раньше я помню, когда человек проповедует, и можно, скажем, заметить, что человек подражает кому-то, да? Ну, вот сейчас, в наше время, там, в современных церквях, там, люди ходят там по сцене. Ну, в принципе, я не вижу в этом ничего плохого, да? Я, допустим, ну, мог бы взять микрофон и пройти, но оно как бы... Что оно мне даст? Ну, может, что-то, может быть, если я свободнее буду чувствовать, может быть так. Но если это как бы не мое, да, вот не наше, да, ну, или там есть церкви, где там они
Бога прославляют так активно, эмоционально, там, приплясывая, может быть, да? Но если это нам, ну, неестественно, зачем нам это на себя навязывать? Что мы приобретем от того, что мы поменяем какую-то форму служения? Появится ли там жизнь? Это уже под вопросом. Очень важно, чтобы мы оставались самими собою. Чтобы когда мы говорим, чтобы то, что мы говорим, мы не передавали чью-то информацию. Где-то мы посмотрели проповедь, и мы передаем. Когда мы говорим это слово, оно должно принадлежать нам. Мы должны это говорить от себя. И желательно, чтобы это слово, оно исходило из практики. Мы дальше еще будем читать об этом. Не просто какие-то теоретические какие-то формулы. Оно не работает. И вот здесь я хотел бы теперь более внимательно прочитать вот это место Писания Петра, да? Первое послание Петра, 4 глава. Вот здесь чуть выше давайте возьмем. Давайте возьмем 7 стишка. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь идет речь об устройстве в церкви. И я думаю, что это слово не относится конкретно и однозначно к нашим собраниям, служениям. Я думаю, что это слово относится к нашим взаимоотношениям. Брат Женя говорил про единство. Очень важное такой момент единства – это способность иметь связь, да, communication. Когда у нас получаются какие-то проблемы, чаще всего это происходит из-за недопонимания. Miscommunication, да, сказал одно, думал другое, не то слово подобрал, и пошла реакция, и все. И пошло какое-то напряжение, потому что неправильно что-то было сказано или неправильно понято. Здесь говорится об устройстве церкви. Когда мы говорим что-то, мы разговариваем друг с другом, на служение это или не на служение, или еще где-то. Здесь апостол Петр, он говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Нам очень важно понимать этот вопрос, когда мы имеем какие-то общения, разговоры, чтобы мы придерживались этого. Чтобы когда мы говорили, чтобы это было искренно от нас лично, да, чтобы не было вот этого какое-то лицеприятие, какое-то, ну, там, когда мы только делаем вид, а сами не являемся это, то есть неискренность в отношениях. Там не будет связи. Когда Даниил видел это видение, когда он объяснял это видение, то ноги вот этого великана, было камень, глина, смешанная с железом. Они не связываются. Если нет искренности, между нами не будет таких плотных связей. Не будет. Это будет только поверхностное. Это будет только, может быть, такой вид создавать, что все хорошо. Но оно будет очень хрупкое. Если нас выводит в человеке, человек выводит из себя просто каким-то, ну, такими маленьким делом, то это говорит о том, что мы уже настроены против него. Может быть, подсознательно, может быть, сами не давая тому отчета. И вот здесь написано, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Второй вопрос, который я хотел бы затронуть, это как мы говорим. Очень важно, и от этого зависит успех этой нашей цели. Вот у нас есть цель – сказать какое-то слово. Замечали, бывает такое, вот человеку что-то говоришь, не понимает, да, не принимает или настроен. И мне моя жена так говорит, вот ты бывает проповедуешь, вот ты сказал какую-то фразу, и она может быть какая-то радикальная, и ее трудно принять, скажем, вот так. Ну, бывают такие
если дежурными словами говорить, все нормально, там, все хорошо, сегодня праздник, будем праздновать, никаких нету как бы какой-то конфронтации, да? Ничего такого радикального я не сказал, оно нормально принимается. Но есть некоторые моменты, когда мы должны говорить что-то, что не так просто относится к человеку, что производит какое-то влияние такое, может быть, негативное, может быть, какую-то ответную реакцию, да? Бывает такое. Она говорит, ты скажешь какое-то слово, и оно уже, и люди уже как бы возмутились, а как он так мог сказать? И уже все остальное как бы перечеркивается, человек уже не замечает, что после этого было, к чему это слово было, какая была цель. И человек становится и сам себя делает неспособным, чтобы слышать. Нам очень нужно, как тем, которые, скажем, говорят какое-то слово, мы должны понимать это и учитывать. И я стараюсь, прислушиваясь, нужно к Духу Святому прислушаться, друг к другу, как и что мы говорим. Это, от этого зависит, насколько это слово примется. И вот мы знаем, что Господь, Он создал нас по подобию Своему. Да? И вот я хотел бы некоторые моменты вспомнить о том, как Бог говорит. Несколько таких моментов. Да? Исаия 40 глава с 1 стишка. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». У меня вопрос такой, когда мы кого-то утешаем, ребенок там или еще что-то, как мы это делаем? Какая-то нежность, да? Какое-то расположение. Мы же так не утешаем, что да, я же тебе говорил. Да как? Это не утешение, да? То есть утешению свойствуют какие-то чувства, какие-то эмоции определенные, непосредственно связанные с этим. И вот он говорит, утешайте, говорите к сердцу Иерусалима. К сердцу, то есть то, чтобы затронуло ее сердце, что понравилось, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение. Это как человек, который сидел в тюрьме за свою провинность какую-то, наказание, и он ждет этого дня, когда же он придет, чтобы он вышел и стал свободным. И вот Бог говорит, вот вы говорите это ему, что все, пришло это время, да, удовлетворение, ибо от руки Господа ты предел вдвое за грехи твои. Да? Одни эмоции. Дальше он пишет. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу вашему. Когда мы вопим, когда мы кричим, когда, может быть, плохо слышно, или же, может быть, какая-то immediate threat, да, danger такой, какая-то опасность, да, мы, бывает, по неволе такой, может быть, животный какой-то инстинкт, страх, да, там, и мы начинаем кричать, стой, да, мы же не говорим, эй, ты, да там же, вон, поезд же есть, но там опасность, мы должны, у нас должно быть sense of urgency такое, да, у нас это естественно, и это все, как бы Бог пользуется этим. Исаия 58 глава, здесь написано так, «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе». Почему? «И укажи народу моему за беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Вы знаете, когда наш ребенок делает что-то неправильно, мы не сразу, если мы нормальные, адекватные люди, да, мы не начинаем на него сразу там возвышать голос. По-хорошему, да, но, Славик, так нельзя делать. А Славик не понимает. Может быть, потом уже какое-то недоумение. Да? Павел говорит в одном месте, хотел бы я у вас оказаться, я хотел бы изменить голос мой. То есть он пользовался определенными эмоциями для того, чтобы высказать какую-то мысль. Мы должны это понимать, и мы должны этим пользоваться. Наши эмоции, они должны соответствовать действительности. От этого зависит, насколько принимается наше слово. Наши эмоции, они должны быть искренними. Наш мотив, следующее, как мы говорим, какой мотив двигает нами, это же важно, очень важно. От этого несравненно, несомнительно, от этого зависит успех того, насколько это слово, оно будет действовать. Бывает иногда, и мы читаем это в Писании, когда человек, он говорит, лучше пусть праведник меня обличит, чем грешник мне там это льстит, да? Может быть, какое-то суровое слово, но ты знаешь, что это твой друг, да? Это тот, который тебя любит, его мотив – это помочь тебе. То оно же по-другому воспринимается. Да?
значит, эмоции, жесты. Бывает, что наши слова – это не всегда слова. Это может быть даже молчание, оно тоже говорит. Да? К Христу подошли люди и что-то начали ему задавать, он их просто игнорировал. Писание не говорит, можно спекулировать, но он пользовался этим, да, он просто их игнорировал, потом в конце концов он им сказал что-то и занимался своим делом. У него было определенное отношение к этим людям по причине того, кем они являлись. Но он пользовался этим, он пользуется, есть такое слово в русском языке, сарказм, да. Я вот Иова читал, когда Бог обращался к Иову в конце и потом говорит, кто это помрачающий провидение. И он начал ему задавать вопросы, и там он такое предложение сказал, что ну ты же тогда был, когда создавалась земля. В английском переводе, мы же не говорили немножко об этом, там стоит вопрос. Ну в русском почему-то нет. Я не знаю, какой правильно. Но если даже там нету вопроса, ну значит это же сарказм. Ну не было же Иова, когда сотворялась земля. То есть все эти вещи, или я, когда эти молились, да, своему Ваалу. Он говорил, может быть, Бог не слышит, а может, он заснул. Ну, он не имел же это в виду. Не было там никого, вот этого Ваала, его не существовало, он не Бог, такого нету. Он просто как бы высмеивал ихнюю глупость, да, ихнее положение. И мы знаем, что это все в нашем распоряжении. Мы должны этим пользоваться. Но главное, нам нужно не забывать о том, что какой мотив. Да? И вот, кстати, насчет сарказма. Когда Христос пользовался этим, он говорил, когда ты творишь милостыню, не труби перед собой. То есть он высмеивал вот это положение, когда мы так делаем, мы трубим перед собой. И вот это вот именно слово, вот так, как он сказал, оно настолько влиятельно, что мы должны, по идее, оно объясняет положение вот это. И Христос этим пользовался. Поэтому, когда мы говорим, написано, говорит ли кто, говори как слова Божии. Да? То есть мы должны думать о том, как мы говорим. И последнее, и можно сказать, главное в этом стихе, здесь написано, я специально как бы неправильно сказал, говорит ли кто, говори как слово Божие. Почему я так сказал? Потому что я вот за свою жизнь христианскую, да, я часто такое слышу, когда вдруг создает какое-то разномыслие, да, там, на разборе слова или еще что-то, или когда там кому-то хотят поправить, и, ну, я такое даже слышал, там, скажем, не надо там какие-то рассказы рассказывать, говорить, значит, слово Божье говорить, да. Ну, несомненно, это хорошо, это правильно, но когда Христос говорил, он всегда пользовался примерами, всегда притчи пользовал, он всегда это слово применял в жизни, практически он показывал. Вот. Но здесь не написано «слово Божье», здесь написано «слова». Это, в этом есть разница. Вы понимаете, слово, ну, можно несколько таких значений как бы определить, да? Одно слово – это, ну, одно слово, да, там, любое слово возьми, это вот одно слово. Но еще в русском языке пользуется это значение этого слова, является законченная речь, да? То есть определенное какое-то послание. У меня есть к тебе слово. Это не одно слово, это определенную мысль, которую я хочу тебе сказать. Вот, но здесь написано слова. Но для того, как мы поговорим о словах, я хотел бы поговорить о слове. Иоанна, 1 глава, с 1 стишка, здесь написано так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евреям, 4 глава, с 12 стишка, написано так. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, и состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет».
Опять-таки, может, это какие-то радикальные мысли, и я не хочу это как утверждать, как что-то, ну, законченные какие-то мысли. Это мое впечатление. Я хотел бы сказать, что написано, что все Писание Бога вдохновенно и полезно, да, для того, чтобы мы получали пользу, да, для научения, исправления. Ну, хотя это правильно, это так. Но вот смотрите, мы говорим вот это Слово Божье. И в нем есть Слово Божье. Обязательно в этой книге. Это не просто какие-то слова, да? Это не просто какая-то книга, но здесь написано, ибо Слово Божье живо и действенно. Вот эта книга, как книга, она влияет вот именно так в нашей жизни. Вначале было Слово, да, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Имеем ли мы доступ вот к этому Слову, вот такое, как оно подразумевалось? Я знаю, что я так рассуждал, и как я опять-таки хочу сказать, мои мысли не совсем закончены в этом плане, но я так пришел к некоторым выводам, что когда говорится о Слове, есть тоже такое понимание, как Слово – это Евангелие, что написано, Слово Божие распространялось, расширялось. Ну как, Библия может, ну тут имеется в виду что-то другое, да? Как Евангелие, как та благая весть, которую Бог послал людям, она очень простая. В ней нету двуякого какого-то смысла. Ее невозможно понять по-разному. Определенное простое значение. Ибо так возлюбил Бог мир. И что мы спасаемся не по нашей праведности. Здесь нету каких-то двойных пониманий. Я к чему это все веду? Потому что мы, получается, здесь дилемма, когда мы читаем Слово Божие, возникают различные мнения. И часто мы можем друг другу говорить и как бы опровергать мнение другого и говорить, а Слово Божье говорит вот так. И мы как бы в противовес мнению человека выдвигаем то, что является Словом. Невозможно Словом Божьим пользоваться в такой мере. Слово Божье, ну, нас говорили, это говорят так, я слышал. Это дышло, куда повернул, туда и вышло. Может, грубо звучит, но на самом деле оно так и является, потому что бывает такое, что на определенную какую-то тему мы слышим разное мнение, и каждый будет доказывать, что нет вот так и нет вот так. А почему же тогда? Разве Слово Божье изменилось, да? Почему такое получается? Или как мы можем находить какие-то, может быть, как говорят, противоречия в Слове Божьем? Слово Божье живо и действенно. Это то, что не имеет границ. Но давайте я еще хочу прочитать 1 Иоанна, 1 глава. Здесь написано так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Я думаю, что вот это не Слово Божье, это часть Слова Божьего. Это то, что является нам, через что мы можем познать Слово, познать Его. Мы можем через это познать. Но мы не имеем как бы эталон или патент на Слово. Вот если мы, мое мнение, это значит вот все, оно закончено. Нет. Я думаю, поэтому, может быть, Петр и говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. То есть то слово, которое нам открыто, на самом деле это как вот этот пазл, который Женя говорил. Мы имеем только маленький кусочек. Мы думаем, что вот это вот та картина. И мы можем доказывать и говорить, что оно вот так. Но это только часть. И на самом деле оно не то, что противоречит друг другу, а это просто, что мы, может, видим. Мы смотрим на этот вопрос и видим его с другой стороны. Это тоже надо учитывать, когда мы налаживаем вот эти отношения между собой, когда мы говорим друг о другу, когда мы строим вот это, написано, мы как камни устрояем, да, Церковь Божью. Мы устрояем, как мы это делаем, это очень важно.
Я сейчас хочу прочитать в конце моей проповеди три места Писания, которые как бы нам дадут правильное направление вот в этом нашем рассуждении, которые подведут вот итог тому, что я говорил. Я думаю, что наша цель в наших рассуждениях, когда мы говорим или еще что-то, да, это не искать того, чтобы противоставить мое мнение, мое понимание, противоставить, но того, чтобы искать общего. Да, мы, может, по-разному смотрим, да. Павел говорит, мы сейчас смотрим, как через тусклое стекло. Ты можешь видеть одно, тебе покажется одно. Мы знаем эти примеры, если определенную форму, вот скрипку даже взять, вот что-то такое, если под разным углом, она может показаться разной. Это не значит, что у тебя неправильное представление. Это говорит о нашей ограниченности, в способности понимать Слово Божие, самого Бога. Библия говорит, Бога никто никогда не видел, Его небеса не вмещают, а тем более мы. Как мы можем вместить вот это все? Хорошо, давайте я прочитаю Ефесянам 4 глава. С 29 по 32 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Когда вот мы говорим какие-то слова, мы должны это понимать, мы должны это учитывать. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Оно как бы само за себя говорит. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Двадцать третий стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Не всякое слово, которое у нас появляется, и желание что-то сказать, оно не все послужит к назиданию. Поэтому, может быть, лучше не говорить. 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Нам важно проверять мотив, когда мы пытаемся сказать, может быть, слово в церкви, может быть, другу, брату или еще что-то. Чем мы мотивируемся? Что движет нами, когда мы хотим вот эту мысль какую-то сказать? И здесь он говорит, не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Все мне позволительно. Мы живем уже вне закона. Христос стал конец закона. Мы уже не находимся под влиянием вот этих вот заповедей. Не трогай, не делай, не вкушай, не это. Это все относится к плоти. Все, что в законе относилось к плоти, оно не имеет над нами власти. Ну, кто-то может и пользуется этим, но оно не дает пользы. Если же кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаю вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам. По сути дела, можно есть идоложертвенное, потому что идола нету в мире. Нету. Этого нету. Но ради совести, не ради того, кто объявил вам. Вот если он объявил, для него это имеет другое значение. И ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой другой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю Бога? Я благодарю Бога и ем. Итак, едите ли,
пьете ли, иное, что делаете, все делайте в славу Божию. И не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем и во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Опять-таки, эти все изречения, которые мы сейчас прочитали, это только часть, определенная часть Слова Божия. На этом строить основание нашей веры будет неразумно. Нам нужно и важно понимать концепт, да? Такое есть понимание, концепт Слова Божия. То есть, что он говорил? Когда человек говорит или какое-то послание, слово какое-то, очень важно, какую цель он несет в своем слове. Это вот, если мы не поняли, наши дети, бывает, не понимают нас. Ты ему сказал, а он не понял, и не, как он может сделать, если он не понял? Как это возможно? Он не понял. Он не понял, что ты от него хочешь. Он и не сделал. По какой причине он не понял, это уже другой вопрос, как бы. Апостол Павел, если так здесь посмотреть, то можно подумать, ну, что он всем угождал. Но другое место говорит, когда он говорит, а мы вкрадшимся лжебратьям, мы ни на час не уступили, дабы истина благовествования сохранилась. В этих вопросах он говорит, так, окей, можно так сделать, так, вот так мы сделаем. Ты ешь, слава Богу, ешь, не ешь, тоже слава Богу. Тут нету противоречия. Это не имеет отношения к Евангелию. Это не имеет отношения к тому, что непоколебимое. Это второстепенный, трехстепенный вопрос, трехстепенной важности. А мы, бывает, на этом устраиваем какие-то дискуссии или не сообщаемся друг с другом, противимся друг другу, потому что у нас разница во мнении. Во-первых, твое мнение – это всего лишь что? Оно твое мнение. И когда мы читаем Слово Божие, я хочу подчеркнуть эту мысль. Прежде всего, это твое слово. Насколько это слово, которое ты прочитал, оно станет Божьим словом, это зависит уже от других факторов. Насколько ты ходишь во свете Божьем. Написано, что слова Иисуса Христа, они не были как слова книжников и фарисеев. Он говорил как власть имеющий. Его слово, оно имело власть. А мы читаем слово, а власти нету. А оно не проникает, это слово. Почему? Что оно изменилось? Это мое слово. А если мы начинаем кричать from the top of our lungs, да, что не так Слово Божье говорит, ну оно-то так, но это твое, это твоя интерпретация, может быть. И насколько оно становится его словом, это зависит от насколько ты близок к нему, насколько ты посвятил себя ему. И тогда, да, вы знаете, ослица говорила слова Божьи, но она не знала Бога. Саул, когда зашел в сон пророков, он пророчествовал, через него выходили слова Божьи. Да? Он говорил что-то, но это не стало его. Он все равно остался в том же состоянии. Поэтому, когда мы это читаем, это все, прежде всего, является как бы нашим. И мы должны это понимать, мы должны это учитывать, чтобы мы на основании этого не строили какие-то конфликты. Я даже на время не обратил внимания. Последнее место Писания, я заканчиваю вообще. 14 глава Римлянам. В принципе, тут даже комментировать не нужно. Со 2 стишка по 19. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест». Вы знаете, здесь можно различные вопросы затронуть в этой же сфере. Это просто как принцип. Принцип, который апостол Павел объяснил. На основании, если это относится к каким-то незначительным, не относящимся к нашему спасению вещам, то можно иметь, нужно иметь такой вопрос. Не осуждай того, кто ест, да? Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен. Ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всем дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни,
для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ключевой момент, главное, чтобы благодарили Бога. А чего ты придерживаешься, если это незначительные вещи? Не надо об этом даже спорить. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому что живем или умираем, всегда Господни. Ибо Господь для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего, или что ты уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не труби, не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Господу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Друзья, это должно быть нашей целью. Хотя, конечно, бывает, что нам нужно как бы конфликтовать для того, чтобы была польза. Да? Мы с нашими детьми конфликтуем время от времени, когда мы видим, что они не туда идут. Это не говорит о том, что мы не любим их. Наоборот, это доказывает нашу любовь, когда мы не смиряемся, мы не оставляем так, как оно есть. Мы не малодушествуем. Подчас бывает такое, особенно в церкви: а я скажу, потом он обо мне там будет думать или иметь что-то. Ну да, конечно, ты можешь и не говорить. И не всегда, как я говорил, что нужно говорить. Писание говорит, что бывает такое, что нужно просто молчать и молиться. Давайте мы будем искать того, что служит к общему, к нашему общему назиданию. И когда мы говорим что-то отсюда или между собою, чтобы мы говорили это как слова Божьи, чтобы мы всегда понимали, чтобы мы преломляли это через нашу жизнь, и чтобы эти слова, которые они выходили из наших уст, чтобы они имели вот этот потенциал, который заложен в Слове Божьем, чтобы это влияло, чтобы оно производило действие, благотворное действие. Давайте мы встанем и помолимся.